Сегодня у нас 3 апреля 2019 год. Вот. У нас время сейчас 27 минут второго. Я нахожусь сейчас в данный момент на дачном поселке. Это за Барнаулом. Это рядом поселок Лесной. Это рядом с поселком Лесным. И вот здесь работаю на даче у нашей сестры во Христе Людмилы Степановны Алфимовой. Вот. Это вот у меня солярогаз здесь. Так как здесь еще нету ни печки, ничего. Вот здесь на этом месте вот фундамент. Вот здесь должна быть печка. Но пока она еще ничего не сделала, не дошла до этого. Вот. Здесь вот солярогаз чем удобен, что он может переносим из места на место. Такой более-менее безопасный. Ну, если, конечно, ничего не положишь на него, какую-нибудь газету. Так он безопасный. Прогорит и все, затухает сразу. Бачок такой у него. Где-то литра на 2. Вот, на 2 дня хватает. Если с утра до вечера. Я вот сейчас подогрел кипятка. Вот в этой кастрюльке. И чаю попил на обед с печеньем. Вот тоже у меня здесь комнатка на первом этаже. Это у нее сын сделал тут такую кроватку. Ну и еще в стадии, как говорится, ремонта все еще. Тут вот все это обшивал Андрей Глухонемой, который у нас раньше в общине был. Дробот. Андрей Дробот. Ребятишки, чьи у нас в общине сейчас. Сейчас покажу вот лестница. Посмотрим. Я перекрыл, чтобы тепло сохранялось на первом этаже. Вот эти уже стенки я уже тут обшивал один. Стенки, потолок. Вот они кругом. Это позапрошлую зиму. Насколько я помню. Я здесь работал. Вот с помощью солярогаза отапливался. Здесь сперва печку ставили, когда не было потолка. Оно тут коптило. Дровами топили. Помогал вначале Игорь Дубунов, брат наш. Вот, а потом он там занялся своими делами, а я занимался именно здесь. Вот таким утеплителем утеплял стенки. Потом укрывочный материал, чтобы дышало. И вот досками. Но доски нашил сырые. И вот здесь вот их отскабливали, чтобы эта плесень у меня начала появляться. Грибок начали скоблить. Такую вот сделал тоже себе стремяночку, чтобы доставать до потолка. Тут вот люк сделал. Вот где прорезь, это люк. Вот. Чтобы можно было на чердак залезть. И так вот выглядит отсюда панорама со второго этажа. Некоторые здесь живут, электричество подсоединено у них. Вот. А большинство своим уезжают на зиму. И вот здесь вот тоже. Вон там железная дорога. Если слышали в начале ролика, там поезд громыхал, показывал. Вот здесь вот сгорела баня у одних. И тоже Людмила Степановна, я сейчас покажу снаружи этот домик. Она его построила заново. Пришлось, почему? Вот их баня загорелась, огонь перенесся на ее домик и сгорел. Вот ей пришлось заново все строить. Нанимала нашего брата Валеру Сокольских. Он каменщик профессиональный. И он ей это все укладывал, стены. Часть дома у нее получилась из блоков, пеноблоки, а часть именно из дерева. Это верандочка. Хотя, в принципе, вроде как советовали ей сделать полностью из блоков. Ну, так как она здесь зимой не собирается, в принципе, жить пока. Вот, и пока так пойдет. Вот сейчас дальше посмотрим, что у нас творится. Здесь вот он у меня типа синий. Такая верандочка небольшая. Вот у меня инструмент, шуруповерт Bosch.
Очень хорошая техника, уже пользуюсь лет не знаю сколько. 7 или 8 уже лет пользуюсь им. Не подводит ни разу. Немножко начал хрустеть там внутри, но это, видимо, что-то забилось и грязи где-то. Какие-нибудь щетки, наверное. Что я у нее тут делаю, Людмила Степановна? Вот эту вот теплицу. Вчера мы с ней делали, аж допоздна. Я только в 9 часов домой пришел. Вечером. Вот. Я вот сейчас по низу пропущу доски. Она говорит, так просто землей присыпать можно. Ну, я думаю, что лучше было бы основание все-таки сделать из дерева. Чтобы пришпилить сперва скобами. А потом уже на рейки посажу. Вот такие вот они ворота. Это вот тут брат Игорь помогал Дубунов. Ну и еще кое-какие строители помогали тоже. Заливали. Сейчас покажу издалека этот домик. Вот. Вот такой вот у нее домик. Этот Андрей дроба делал, когда крышу взял, ее завысил сильно. Она хотела одноэтажное здание сделать. Пришлось двухэтажное делать. Вот так Господь помогает ей. Такое вот окно вставила, мощное, большое. Это где-то по скидке ей давали. Решила вставить. Там еще здесь забор вот еще надо установить. Это вот временно сделали такое железо, там дальнейшего на другое сделает. Вот постройки тоже уже позабивали все, пока до руки не доходят, чтобы помочь ей сколько могу. Сейчас помог ей в ремонте, там кухню сделал в квартире у нее. Ремонт кухни. Вот сейчас вот пришел на дачу. Второй день уже. Вот, вот такой вот у нее участок. Это бочка у нее для сжигания мусора. Веток различных. Там вон груша у нее. Деревца. Вот так вот. Сейчас вот тут рядом с железными стояками буду деревяшки делать. Прикручивать с помощью шуруповерта. Шуруповерт очень хорошо помогает. Вчера вот он, тут электричества да нет, он сел и все, работа сразу замедлилась. Так, вот надо сейчас установить камеру, чтобы видно было. Начну делать. Что я тут буду делать? Вот бруски, это у меня стояки будут. Вот они. Рядом тут буду ставить. Вот так вот. Там еще постараюсь к верхней доске немножко, чтобы хоть на один саморез прикрутилось. А внизу уже буду проволокой перевязочной завязывать. Она удержится, плюс доска потом соединится все это. И все будет, цепкость хорошая. По камере лучше будет, чем землю просто присыпать. Ну там внизу еще потом подсыпется, и где какие щели будут под доской, так это уже мелочи. Вот. Это у нее укрывочный материал, то есть пленку она не берет, потому что она здесь не все лето находится. И мне все просто вся рассада сгорит, помидор, перцев там. Она взяла укрывочный материал, который пропускает и воздух, и солнце пропускает, и в то же время и влага проходит, насколько я понимаю это. Вот. Ну, вот так вот. Сегодня интересно, я было в автобусе, ехал сюда и беседовал с одной женщиной, кондуктором. Вот. Ну, она, выхожу и в православный храм, и к протестантам. Вроде как. Там у них всякий конгресс посещает. И беседовал. Подарил ей Евангелие, потому что у нас Евангелие с крупным шрифтом, она говорит, очень удобно читать для зрения, особенно когда зрение плоховато у людей. Будет и на работе, говорит, почитаю. Дал визитку нашу, немножко засвидетельствовал о церкви Христовой, чего не хватает у протестантов. Ну, у нас желает, конечно, мира всем, чтобы объединились,
чтобы были едины. Ну, объединение только во Христе, в Церкви Его Святой. То есть истина должна быть в полноте. Все должны мыслить одинаково, как апостол Павел говорил. Так. Сейчас мне надо найти какую-нибудь досочку. Досочку. Надо что установить-то мне. Вот досочка есть. Здесь вот она снег накидала, это у нее старая вода потом будет здесь, в бочке. Вот тут я установлю сейчас камеру. Вот. Так вот. Стоять тут. Камушек уберу. Пока временно. Сейчас на другое место перенесу, оттуда виднее будет. Вот я тут поставлю конструкцию твердую. О, и отлично будет видно.
Немножко поясню тут. Это долго, наверное, смотреть будет, так что я сейчас отключусь. Здесь вот, где вот у меня еще один стояк деревянный сделал через короткий промежуток. Это у нас укрывочного материала не хватило. 5 метров она взяла, она была 6 взять. Так бы хватило. И пришлось вот из обрезков доделывать. Поэтому здесь пришлось сейчас вот следующие 5 метров буду делать. И здесь надо будет, вот, чтобы дерево было, чтобы можно было этим степлером пришпилить. Вот у меня степлер хороший, мощный. Вот сейчас буду делать это. Ну все, вот так вот, с Божьей помощью. Сегодня солнышко. Господь радует погодой, хотя, говорят, еще снег обещают. Ну, это отголоски зимы еще, как говорится. Так Господь все устраивает, как ему угодно. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.